Карнавал – идеальный повод показать себя во всей красе. У костюмеров дел не в проворот. Наряды готовят от национальных до экзотических. Шляпа – символ карнавала 2017 года. К нему даже придумали шуточный лозунг «Не прошляпит лето». Дизайнер Ольга Поспехова создала десятки уникальных моделей. Чем сложнее, тем интереснее, подчеркивает она. Форма и отделка шляпы должны дополнять весь образ. Все модели тестируют друзья, даже муж не остается в стороне. У меня есть платье бальное, такое белое, красивое. И будет большой кокошник, также у меня будут участвовать друзья. Перуанцы, мексиканцы будут в костюмах мариачи, группа Лара Марка из Перу. Они прекрасно играют и тоже пойдут в карнавале. Ряды иностранцев пополнят представители Америки, Испании и Нидерландов. Речь о редких породах лошадей. Их также готовят к шествию. Ежедневные репетиции проходят в конном театре. Наездники, каскадеры вместе с животными готовят трюки. Технику безопасности все равно нужно соблюдать, сзади к лошади не подходить, за хвост не дергать, по ушам не стучать, но тем не менее, в принципе, лошади очень адекватны, даже к таким реакциям они как бы готовы будут. На карнавал артисты с лошадьми переместятся прямо из классического средневековья. У наездников костюмы от мастеров, которые создали наряды для съемок российского фильма «Викинг». Рыцари наденут доспехи, возьмут в руки мечи и щиты. «Твой карнавал, твой восторг, твой Сочи» – так назвали шествие в этом году. По традиции оно начнется от Зимнего театра. Колонны пройдут по главной артерии города – Курортному проспекту до площади Южного Мола. По ходу следования будут расположены зрительские зоны. В дореволюционное время, ну так называемые зачатки карнавального движения уже начинались на Верхней Приморской набережной, когда как раз в летний сезон там собирались, там были такие массовые сочинские народные гуляния, которые, мы считаем, были прообразом нашего карнавала. До открытия сезона осталось чуть больше месяца. Каждый житель и гость Сочи может внести лепту в праздник. Для этого надо стать участником проекта «Навстречу карнавалу», заполнить анкету в социальных сетях и ответить на несколько вопросов, касающихся организации и проведения шествия. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.